бы вы сделали, если бы ваш сын принес домой медведя настоящего? Ой, у нас, наверное, такое невозможно, потому что у нас мама, наша, моя жена Танечка, вот, она испытала... нелегкое такое вот переживание за свою собаку, которая 17 лет жила в семье и была, ну, практически родственником. И как тяжело они с ней прощались, что она попросила нас не просить животное дома. И каждый год снова возникает вопрос, ну, все-таки, может быть, мы можем собачку? Что бы вы сделали, если бы ваш сын принес домой медведя настоящего? Ой, у нас, наверное, такое невозможно, потому что у нас мама, наша, моя жена Танечка, вот, она испытала... нелегкое такое вот переживание за свою собаку, которая 17 лет жила в семье и была, ну, практически родственником. И как тяжело они с ней прощались, что она попросила нас не просить животное дома. И каждый год снова возникает вопрос, ну, все-таки, может быть, мы можем собачку?